Иран обратился в Совбез ООН с жалобой на США из-за введенных против республики санкций. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении условий ядерной сделки. Как передают местные СМИ, новый пакет американских санкций, введенный 2 недели назад, противоречит пунктам соглашения по ядерной программе. Напомню, Иран и шестерка международных посредников достигли исторического договора об урегулировании многолетней проблемы иранского атома в июле 2015 года. Тогда Тегеран обязался ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие санкций.